работу поликлиники, у нас тут а отбоя не будет. Да, еще плюс, есть же деревня Дударева, которая здесь близко расположена, и вообще все поселки по Московскому тракту, они тоже рассчитывают прикрепиться к этой поликлинике, и мы сейчас никому отказывать не будем. То есть, если будут желающие, мы все равно их будем к себе тоже прикреплять. Тоже после инсультов, после операций, потому что когда есть застойное явление, тоже очень поможет. Еще, если позволите, добавлю, женщины, которые перенесли операцию после рака молочной железы, потом есть осложнение на лимфодренажную функцию верхних конечностей. Это очень важно на ранних этапах проводить такую тему. С учетом того, что здесь и маммографы, и онкологи, и женская консультация, плюс вот такое оборудование, то есть это такой качественный прорыв будет в реабилитации женского населения, которые перенесли такие операции. Это очень важно.